Друзья, всем привет! Всех категорически рад видеть на моем канале. Сегодня играем мой любимый Roblox Tower Battles вместе с подписчиками. Я в команде синих вместе с Маки Макс и с Тена 900, либо Тена, не знаю, против команды красных. 3, 5, 4, 2, 8, 7. Макс еще один и Ярослав. О, Ярослава знаю. Короче, всем привет, друзья. Всех рад видеть. Ну что, полетели. Кем мы будем играть? А, я еще минометчика, кстати, взял. Хочу и минометчиком маленько поиграть. Я его тут недавно затестил. Так, как обычно, мы, короче, ставим ферму. Апаем ее на второй уровень. Сейчас глянем. Так, джип у нас есть. Все нормально. Джип пускай едет. Мы тогда можем еще маленько пофармить. Пускай пока стоит. Глянем, что у нас есть тут у соседей. Друзья. Так, команда красных. У них тоже есть фермы, понятно. Две фермы, два джипаря. И вон еще одна ферма. Все нормуль, все огонь. Прикольненько. Ладно, дальше будем смотреть, как у нас будет развиваться ситуация. Если будет жестко, то я поставлю тоже джипаря. Либо буду апать ферму максимально. Надо глянуть тут, самое главное, чтобы никого не подставить. Как говорится, и себя, и своих товарищей. Не, наверное, я рисковать не буду. То сейчас все как начнут фармить, как обычно. Давайте я поставлю тоже джипа. Так, 70. Не хватает маленечко. Маленечко не хватает. Маленько. Все, теперь все хватает. Ставим его. Вот он наш красавчик. Где он поехал? Но он у нас первого уровня, у него 25 жизней, это ни о чем. Это очень мало. Нам нужно, конечно же, чтобы было 60. Нужно апнуть его за 380. А потом уже будем дальше фармить. Так. Ну-ка глянем, как на той стороне. Я вижу, у них есть этот флеймер, да? Кстати, флеймер очень хорошо их замедляет. На 50% он замедляет и поджигает. Вот очень хорошо он справляется вот с этими с большими толпами, которых слоу, медленные, которые идут, он не успевает поджигать. А которые быстро бегут, он их не успевает поджарить. Да, надо было, может быть, тоже флеймера взять. Что-то я уже забыл. Ладно, апаем джип на второй левел, чтобы было 60 жизней. И будем дальше фармить. Ферма за 1000, надо ее апнуть. Глянем, как у нас тут дела. У нас два джипа, что ли, только всего? А, нет, три джипа. Все, короче, каждый поставил по джипу и по ферме, я так понял. Вот здесь кучка и вот здесь кучка. У нас есть и джип, есть и ферма. Вот ферму сюда лучше не ставить, потому что это место очень хорошее для юнитов. То есть вот эту надо сторону заставлять и вот здесь заставлять нужно. А риоганеров куда-нибудь туда наверх ставить. Как-то так. Ладно. А если получится, то я и на Зеда успею накопить. Зеда воткнем, попробуем. И апнем его командиром. То есть, чтобы быстрее он, у него был больше радиус, и он быстрее спаунился. Как-то так примерно. Так, ферма. Давайте наведем на ферму за 1000 и пойдем глянем, как на той стороне у нас дела. Соседи, здоровенько. Ага, 4 уже джипа у них. И 3 фермы, да? Все? Да, 3 фермы и 4 джипа. Нормально, но у них вся зачищенная дорога. А, нет, не вся зачищенная, вот еще. Ай, не хватает пятерочку. Пятерочку, чтобы за 1000 апнуть. Давай. Мне сейчас джип подоедет. Какой-то из них мой. Вот они, два джипа. Все, есть, успел я, апнул. Все, ферма у меня 4 уровня уже приносит по 500. Каждую волну она приносит по 500. Так, теперь нужно подумать. Поставить еще одного джипа, либо поставить еще одну ферму. Давайте глянем. Сейчас у нас 8-я волна, кстати, идет босс, да? Где он? Вон идет босс. А сколько у нас джипов? Всего 2. 3. 4. 4, да, все правильно. 4 джипа. Не, нормально. Я думаю, что мы справимся с боссом. 4 джипа его забодают. Они у нас апнуты? Нет. Все второго уровня. И здесь тоже второго уровня, да? Нет, здесь даже первого уровня, он даже не апнутый. Да, у него бампера нету. У нас, короче, 3 джипа на второй уровень пока только. Но я думаю, мы должны справиться. Сколько жизни осталось? 60, все, нормуль. Но здесь еще идет большая толпа. Большая толпа, у которых по 16 жизней. Один джип срубает их, ну, почти 4. 3 там с половиной. Ладно, давайте попробуем все-таки на ферму накопить. Но не за 4000, давайте я воткну еще одну.
и проапаем ее. Налейку не хватает, нужно 550 налейку. Так, 550 нужно набрать. Кстати, будет, наверное, тяжело нам вот эту всю большую. Давайте я воткну еще одного джипа. Пускай у меня будет два джипаря. И на второй уровень его апну. Но не хватает пока, потому что сейчас еще хайдены пойдут. Мама, не горюй, надо и хайденов чем-то валить. Так, а у нас никто не вышел, все нормально, все играют. 3-3, все нормально. Самое главное, чтобы никто не вышел, не ливнул. То будет обидно. Так, глянем, что там. Так, глянем. Сначала апнем. И ферму могу я апнуть? Нет, ферму мне 1000, по-моему, надо. На ферму не хватает. Ладно, на нее ведемся, на нее и пошли. Ой, синие. Где мы пропустили единичку? Смотрите, у нас один пробежал, даже я не заметил. У него 99% осталось, обалдешки. Ну, ладно, как говорит, ничего страшного. Даже если проиграем, ничего страшного. Они еще одного джипаря воткнули, понятно. Все понятно. Так, две фермы. И здесь еще одна. И идет куча вот этих медленных. Так, а у нас там как дела? Мы, кстати, медленных там что-то хоть завалили, нет? Да, нормуль, у нас осталось их 2 штуки и 2 босса идут. По 180, мамочки. Что-то тяжко, наверное, будет. Так, ладно, апаем ферму. У меня 2 фермы на 4 уровень. Так, у него тоже 4 уровень. Это 3 уровень и 4 уровень. Нормально, у нас куча ферм. Так, от джипарей у нас в сумме получается 5 штук. Так и есть. А, 6 джипариков уже. Так, моих тут 2. Да, вот они. Надо будет что-то в кучку ставить и куда-то их... разбрел все, тут наши сейчас все будут сливаться. Ладно, 2 джипа, это нормально. Так, сколько здесь у нас? Забодаем их, не забодаем. Ставить ферму, либо поставить еще одного джипа. Нет, наверное, я поставлю лучше ферму. Ну, минометчика мы пока не будем ставить. Давайте поставим ферму. Вот сюда куда-нибудь. В кучку. За 1000 маленько не хватает. Давай, за 1000. Так, подождите, что-то у нас тут, наверное, уже дела-то плохи. Самое главное, чтобы вот из этих мистерий не повылазили боссы. Когда из них боссы вылазят, как-то получается совсем грустно. Так, все, у меня 3 фермы на 4 левел. Ставим еще одну. Сейчас я посмотрю, чтобы боссов, главное, не было. Так. Хайден нормально. Медленный. Быстрый. И вот этого. Все, нормально, хайден. Теперь, ну что, давайте еще ферму, наверное, воткнем, да? Одну. Мне нужно, Z, это очень дорогие. На Зеда надо куча денег. Потому что, чтобы апнуть Зеда на 5 левел, нужно 56 тысяч. Это очень много. Поэтому нужно будет куча ферм. О, у нас уже есть миниганчик, поэтому более-менее нормально. Миниганчик хорошо расправляется со всеми. А на 3 левел, по-моему, он еще и невидимых видит. Все, пускай нахлобучивает. За 1000 мы сейчас апнем ферму. У нас идет 14-я волна. Давай глянем, как у соседей. Ого, у них тут целый троллейбус будет сейчас идти. У них, короче, куча джипарей. Куча джипариков. Уже даже на второй этот пошел. Во второй ряд. Прикольно. Так, у них идут тоже 2 босса. Раз босс почти умер. И второй босс. Босс еще целый. 180 жизней. А у нас? Ну-ка глянем, у нас что? Апаем параллельно, пока бежим в ферму. А у нас вообще все зачищены, да? Да, у нас все зачищены. У нас хорошо миниганчик справляет. Это хорошо. Так. У меня 4 фермы 4 левела. Давайте мы поставим еще одну. Максимально ее тоже проапаем. Нет, не хватает чуть-чуть. 71. 71 монетка. Упади, пожалуйста. Так. Где наш джипач? Сейчас кого-нибудь что-нибудь задавит. И мы апнем ее. Давай, моя хорошая. Не хватает 11. Ёлы-палы. 11 не хватает. Все правильно. Но мы же 60 приносит нам. Джип 60 жизней. Он нам принес 60 монеток. Все. Нормально, у меня 4 фермы 4 уровня приносят по 500. Нужно их сейчас апнуть на 5 уровень, чтобы они приносили по 1500. И потом будем копить уже на зедов. Кстати, может быть, я одного апну патруля на танке. Все пишут, апай патруля джипа на танке. Но он, если честно, вообще не тащит. На последних волнах он вообще не тащит. Тащут зеды, файзеры и риоганеры. Даже командос тоже не тащит. У командоса damage per минут, то есть повреждение в минуту в 2 раза меньше, чем у риоганера либо у файзера. В 2 раза меньше у него. То есть тащит только риоганеры и файзеры. Миниганчик тоже. В 2 раза слабее он. Я посмотрел на вики. Так. Глянем, что там у соседей идет. Ой, нет, подождите, глянем. Мы же апнуть можем ферму.
ферму давайте апаем. Подождите, так, у нас все нормально. Да, вроде нормально. Все, я апнул ферму. Теперь гляну, что там у соседей творится. Не, все нормуль. Все под контролем. Глянем, что там у соседей. Нет, сначала надо на ферму навестись. Вот так вот, оп, и потом идти. Чтобы если как только у нас будут деньги, мы успели апнуть ферму. Так, у них тут уже... А, не кверху, не во вторую сторону пошли. Не во второй ряд, а вот так буквой Г решили сходить. Прикольно. Так, фермы. А что-то они фермы, да и не апают. У них всего 3 фермы, но 4 уровня уже. Ну ладно, это их тактика, пускай играют так. Так, идет у нас уже босс, между прочим, 2 уровня. А кем они его будут бить? Одними джипарями они его не задавят. Одними джипарями будет тяжело им босса задавить. Ладно. Надо, как говорится, у себя посмотреть. Чтобы нам не влипнуть. Так, у нас 2 миниганчика уже стоит. И босса нахлобучил. Нормально, уже... Нет, не половина, но треть мы ему сняли. Что-то я переживаю теперь за ту сторону. Как бы они бы его успели убить. Потому что одними джипами будет его тяжело бить. Он у них вообще еще целехенький идет. У них же флеймер был. Почему флеймера зачем продали? Все, у них есть миниганчик, это тоже хорошо. Все, миниганчик, это хорошо. Пускай нахлобучивает. Сколько у жизни осталось? 100. Ладно, все, босса нету. Но у них есть еще некромансер целый. А, нет, еще босс даже выжил. Обалдеть. Так, ну джипов куча, они апнутые уже. Да, во, уже даже на 3 уровень есть джип апнутый. Вместе с этим, с пулеметчиком наверху. Давай. Некромантера убьют. 100. Все, сейчас... А, двоечка осталась! Все, нормально. И босс теперь пошел. Но по боссу... где миниганчик-то? У них же только что миниганчик был. Что за дела? А, капец. Ладно, надеюсь, все нормально у них здесь будет. То я запереживаю за команду противников, за своих соперников больше, чем за свою. Так, у нас тут что? А у нас что? Все в ажуре, все нормуль пока. Так, боссов мы валим. О, и у нас уже ферма еще одна появилась тоже у моего товарища. 5 левела, тоже хорошо. И апнем ферму. Не хватает пока нам, конечно, ну дофига не хватает, 2000 не хватает. 2000 не хватает, и сейчас опять не хватает. Но сейчас они принесут кучу денег. Вот, нормуль. Все, апнули мы 3-ю ферму на 5-й левел. И я думаю, можно подкопить как бы уже на Зеда. То, что сейчас на 19-й волне тоже будет, по-моему, проблематично. Сейчас пойдет босс 2-го уровня. Или 2 их, по-моему, 2 босса пойдут 2-го уровня, если не ошибаюсь. Сейчас глянем. Потому что тоже у нас... А где наши миниганчики? Ничего не понимаю. Чего мы все... Чего не попродавали все? И там нету миниганчиков, и тут нет миниганчиков. Короче, нужно назад докопить срочно. Так, мортиру... Не, мортиру мы не будем ставить. Но мортира хорошо расправляется с этими. Так, все, короче, втыкаю я первого зада своего. Так, мне нужно так, чтобы где-то рядом с командиром их поставить. Наверное, вот здесь я их буду располагать. Вот так, хоп, и ставим... командира вот сюда, чтобы он их апал, и апнем его. Все, появилось 2 сразу, 2 значка. Это радиус обзора больше и перезарядка, точнее спаун. Вот хорошо он сочетается с рейлганером. Так, ферму еще можем апнуть раз, и почти ферму 2 апнем. Да, давай. Зет идет нахлобучивает, это очень хорошо. И давай ферму надо успеть до волны, чтобы она принесла нам на 1000 больше, не 500, а 1500. Так, расколбака. Есть, все, 5 ферм у меня готово. И у меня есть командир, который усиливает нашего Зеда. И, в принципе, все, теперь я буду все Зедами здесь заставлять. Так, а кто нас там нахлобучивает? С этой стороны или с этой стороны? На двух сторон нахлобучивают. Они, у них 2 босса. Зачем они продали, я не понимаю, миниганчиков? Миниганчики хорошо там справлялись. Они решили, что ли, только одними фермами, одними джипами идти. Странное решение. Ой, мамочки, что-то уже денег много. Нужно быстренько кого-нибудь поставить. А поставим мы, наверное, еще одного зада, да? Давайте поставим вот здесь. Опа-во. Все, он его апает. Я что-то теперь переживаю за соседей, за своих. Почему они то покупают, то продают? Какая-то странная тактика. Тактика зайца, наверное, какого-нибудь. Ход конем. Так. Вот сюда надо ставить. Ну, понятно, туда его поставил для того, чтобы спасти ситуацию. Но сейчас будет им тут тяжело. Одними джипами будет тяжело. Так, сколько там у босса жизни, не вижу.
Успеют, нет, они его убить. Да, успели, все нормально. Фу, блин, уже переживать начал. Ребят, вы таким макаром проиграете. Ставьте вот сюда миниганчиков. В центр. Там, ну, конечно, там вообще ни к селу, ни к городу стоит. Я уже начинаю переживать. Мне как-то тут будет тяжело. У меня уже денег 14 тысяч, но мне как-то пофиг. Я переживаю больше за товарищей. Потому что сейчас вот эти по 120 все пройдут. Сколько уже осталось? 90. Не, пока нормуль. Держится. Все. Ну, я же говорю, потому что что-то они ставили туда-сюда, поэтому так и получилось. Ну, ладно, что-то у нас быстрая катка. Сколько мы? 16 минут записывали. Но все равно было весело. Но я еще, конечно, зедов мало поставил. Нужно, конечно, побольше. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. И играйте в Roblox. И удачных вам побед. Всем пока.